Ну, здрасте. Здрасте. Так, можете камеру немножко поднять? Я хочу все-таки посмотреть, кто там. Давай ты отгадаешь. Путин? Бендера? Путин, блядь. Да Путин, ты видал, как Путин стреляет? Ты к Кадырову, к этому приехал, наушники даже одеть правильно не может, вот так их одевает. А ты посмотри, ты вот забей, в этом, как его, в интернете просто, вот сейчас со мной поговоришь, забей, это как его, стреляющий Путин. И он в молодости, когда только стал президентом, я вам расскажу, ребят. Он, короче, держит правой рукой пистолет, и прищуривает этот же глаз. Понимаете? Вот так вот, если ты будешь стрелять, ты ни хера никуда не попадешь. Вот этот КГБшник этот, бля, я говорю, КГБшники стрелять не умеют. Вот забейте ради интереса, стреляющий Путин, как из пистолета он стреляет. Он же там военно обязан, я не знаю, они же там должны в тиры ездить. Он вот так стреляет, вот, так не попадешь никогда. Понимаете? Если ты правую руку вытянул, правый глаз должен быть открыт. А вот так ты ни хрена не попадешь. И очки вот так одевает еще, чучело это, Путин. Жуть вообще. И вот этот придурок, вот это чмо, распиаренный продукт, Россию и правит. КГБшник, который не знает, как стрелять надо из пистолета. Жуть вообще. Ты чё в очках-то? Сварщик, что ли? Ты чё, еврей, что ли? Ну, допустим. Ты чё-то против евреев имеешь? Я тебя спрашиваю, я к заду. Ты на вопрос вопросом будешь отвечать? Я с тобой на русском разговариваю. И что? А ты чё в очках-то? Цепсошник, блядь. Цепсошная хуета, блядь. Очкошники дырявые, блядь. Наденут черные очки, блядь. Думаете, ваши ебало не найдем, что ли? Найдем и разобьем, блядь. Прошу, поверь мне, блядь. И очки, и ебало тебе, блядь. Слава Украине. Сало Украине. Я из Писачина. Из Харькова. Харьковская область. Куда ты убежал? Серега, я проверил, ты прав про стреляющего Путина. Да это, блядь. Вы поймите, это же, блядь, Путин кто-то, говорит, проверил. Конечно, вы представляете, это каким надо быть долбоебом конченым, блядь, чтобы не уметь, блядь, даже прищуриться не может. Вот так, если ты прищуришь, ты вообще никуда не попадешь. И причем вот так очки он одевает всегда. Там я просто не стал выкладывать в Телеграм, в каналах. Это не только он у Кадырова так и ходил. Он их как одевал, эти, точнее, не очки, а наушники. Он их всегда так одевает, вот так. Придурок этот, блядь. А на лошади, как он ездил, видали? Сел на лошадь, а он назад едет. А он ее еще вот так вот дергает, блядь. Она еще дальше назад идет. Ну, нахуй ты залез на эту лошадь. Помните, когда он там парад, что какой-то был? С девками он там что-то это там изображался. Это ходячий, блядь, ходячий фуфлыжник, этот Путин. Чтобы лошадь вперед была, ее надо ударить по бокам, чтобы она вперед у тебя пошла, блядь. А ты ее назад дергаешь и хочешь, чтобы она тебе вперед пошла. Не, ну ладно, не знает, блядь. Ну что, наверное, подсказали там. Что ты залез на нее, ни хера не знаешь.